Уже 18-й год подряд каждую осень старшеклассники из всех районов города собираются на стадионе первой спортивной школы, чтобы выяснить, кто из них самый сильный, быстрый и ловкий. В этом году в смотре конкурсе участвуют около 310 и 11 классников из всех районов курорта. Цель основная у нас, конечно, какая-то подготовка к службе в рядах российской армии. Они бегут кросс 3 километра. Помимо этого мы принимаем здесь и зачет комплекс ГТО, президентское соревнование, президентское состязание. Все это среди старших классов как раз является и оздоровлением, и подготовкой к службе. Для участия в этих соревнованиях предварительно в каждой школе отобрали по 5 самых сильных юношей. Сегодня финал городских соревнований. Лучшие получат грамоты и кубок за первое место, а также попадут в команду для участия в городских турнирах.